Ну что, добрый вечер всем. Спасибо, друзья, что пришли. Я тут проездом в Москве по пути из Калифорнии в Таиланд. А тут китайский летчик на пути повстречался. Раз, два, три. Начнем с танго. Когда я был как мальчик юн, жизнь я была как мармелад. Кончали женщины с собой, лишь встретив мой туманный взгляд. Однажды в гамбургском порту я за Одессу заскучал, жуя омара в кабаре. Я это танго услыхал. Ах, это танго. В нем шелест пальмы, сладость манго, дыхание улиц Порто-Франко и свет потухших маяков. Глаза и ноги парижанок, девятый вал и грохот склянок, улыбки юных якутянок и брань монгольских рыбаков.